минувшие 5 дней в Красноярском крае царила атмосфера праздника кино, профессионального кино для детей и подростков. Отмечу, как вырос наш фестиваль за 2 года. Если в 2020 году, когда фестиваль проходил впервые в международном формате, в адрес дирекции поступило 180 заявок из 26 стран мира, то в этом году заявок было уже в 10 раз больше. Это все получилось. Это фестиваль со своим лицом. Открываю конверт и оглашаю главную интригу вечера. Фильм «Шамбала» получает гран-при. Очень спасибо. Я желаю фестивалю долгих лет процветания, и пусть возрождает своих героев. Спасибо.